мало, ты на работе? Я уже еду вниз. А ты что шепотом? На уроки, что ли? Нет, я дома. Тут медведь. Где? У нас во дворе. Он Жорика убил. Господи, а ты где? Я вот в беседке. Ружье взял. Тёма, какое ружье? Брось его, беги! В деревню беги, к людям! Ладно, только ты сюда не... Саш, привет. Зой, куда так много-то? Вам же тяжелое таскать нельзя. Да оно не тяжелое, ты чего? Да тяжеленное. Саид будет рвать и метать, если увидит. Да нет, ну я же обещала испечь. Надо испечь. Привет, Зоя. Пульт. Так там же... На пульт. Я на пульт пойду. Чайку поставь, а то какие пироги без чая? Зоя. Зоя, ну что ты молчишь? Да, я вчера неудачно выступил, но я же извинился. Извинился? Извинился он, посмотрите, все хорошо. Можно было вообще не выступать? Просто вести себя поприличнее. Да-да, я бы мог ради тебя сидеть, сопеть в две дырки, молчать в тряпочку и улыбаться этому уроду. Мог бы, да. Ради меня мог бы. Я ради тебя бросила все. Работу, дом, любимый город. А ты? Что я-то? Что я сделал-то такого? Ты рассорил меня с единственной подругой. Ты чуть не разрушил зачем-то чужую семью. Вел себя просто отвратительно. И нажил себе врага, едва ли не самого влиятельного в этом городе. Сейчас он уже не такой влиятельный. Не трогай. В смысле? Будилова ночью задержала ФСБ. Из-за того, что он тебе в ухо дал? Я к этой истории вообще ни ухом, ни рылом, как говорится. Не трогай, это не тебе. Это ребятам. К ребятам? Да. Помоешь противне, и мне вернешь. Да-да, я все сделаю. Я все исправлю. Я все налажу. Хотя как я налажу? Отстань ты от меня! Чего ты ко мне привязался? На! Жри!
Я не знаю, что вы ищете. Иван честный человек. Его клеветали, понимаете? Сначала с этим пожаром, потом... Когда на честных людей клевещут, они подают в суд. Они похищают журналистов. Бред. Он не мог. Не давал он такого распоряжения. Тут Григорий. Я говорила Ване, что у него рожа бандитская. Мы из Григория спросим, не волнуйтесь. И этого допросите еще, директора склада. Погодина? Да я не знаю его фамилию. Виктор. Да. И, между прочим, Григорий его человек. Да-да. И я не знаю, что он там пронес на склад к Ване, но та девушка именно его поймала на взятке. Хорошо, хорошо. Мы из Погодина спросим. И с гражданкой Кружко пообщаемся. Всех выслушаем. А Соню-то вы в чем обвиняете? Она хорошая девочка. Родители развелись, когда она совсем ребенком была. Мать не давала ей общаться с Ваней, а потом умерла. И он все для дочери, понимаете? Вот прям все, что угодно. Ну, это же очень хорошо. Она к делам отца не имеет никакого отношения. Даже свой экономический бросила ради этих чертовых спасателей. Вот в ящике нашел. Хорошая дочка. Приезжайте быстрее! Да! Соня, ты угощайся. У Зои Сергеевны всегда вкусные пироги. Не надо мне ничего от вашей Зои Сергеевны. Стажер! А мне норм. Я тебе еще раз повторяю, Мария. Я все сказал по этому поводу. Все. Из дома ни шагу. Можешь считать, что ты под домашним арестом. Все, дочь, закончили разговор. Все. А Саидыч-то где? Чего он пироги не ест? Да Сергей Саидович расстроенный. Он с Зоей Сергеевной поругался. Ругаться – это нормально. Ничего не нормально. И зря вы Машу ругаете. Она же не виновата, что на нее напали. Да ну, умник. А кто виноват? Может, ты мне расскажешь? Какой черт ее дернул писать про Будилова? Не ты ли случайно? Я вам не черт, и не надо на меня орать. Ой, кого на вызов бегом? Медведь в лесу за парнишкой погнался. Вот черт. Меня с собой возьмите. Сиди уж. Слышал, умник? Собирайся. Кость, Кость, Прохоров, ты где? Давай срочно с нами на выезд. Хотя, может, нам доктор не понадобится, если медведь парня догнал. Мусорского знаю. Модеста. А Петра Чайковского? А вот Петра Мусорского не знаю. Да мало ли кто у меня арендует склад. Да хоть сам Бетховен. Ну, не каждому Бетховену поступают деньги с ваших счетов. Это не мой счет. Это счет моей фирмы. Может, этот ваш Мусорский поставляет нам что-то со своих заводов? Ну, теперь тоже вряд ли. Его уже нет в живых. Вы разве не в курсе? Слушайте, я до этого момента даже не знал, что он вообще на этом свете был. А вот это что такое, вы тоже не знаете? Понятия не имею. Какая-то китайская грамота. Именно так. А к ней? Веселенькие картинки. Слушайте, я понятия не имею, что это за бумажки. Эти бумажки имеют отношение к разработке водородного двигателя, в который вы, между прочим, вкладываете деньги. Найдены они были на вашей базе отдыха, куда вчера увезли похищенную журналистку, которая написала статью про вас. Вы что, не видите, что меня подставляют? Причем наглым образом. Я действительно велел уладить этот вопрос со статьей. Но я денег предлагал, а не похищать девчонку. И вообще я с детьми не воюю. У меня у самого дочь. Хорошая у вас дочь. Осколок Гирею стащила. И папочке его передала. А как вы докажете, что это именно она сделала? И что осколок принадлежал Гирееву?
И потом, что это за обвинение такое? Кража осколка. Это кража улики. Улики? Какая это улика? Я вас очень прошу, дайте мне позвонить домой. Там Соня с Аллой, наверное, уже с ума сошли. А в полицию вы сообщили? Сообщили, сообщили. Вы да. Сами-то когда приедете? Ну не я сам, людей пришлю. Вы для медведя хоть что-нибудь взяли? Ага, колбаски ему везем, хлебушка. Помолчи, Фомин. Взяли, что было под рукой. Пистолет со снотворным. И сеть на всякий случай, если придется усыплять, чтобы спуток. Ну вы даете сеть, и с пистолетом на медведя не ходят. Если только между глаз попасть или в ухо. Ружье надо со шприцом брать. Слушай, уважаемый, ты департамент охраны природы или охотник? Не надо нам объяснять, с чем на медведя ходят. Берите снаряжение, ружье со снотворным и приезжайте скорее. Все, конец связи. Умные все стали. Георгий. Сожрал мой рюкзак, скотина. Мало тебе? Не ходи за мной, пристрелю! Не колется? Глупо было на это надеяться. А как по мне, так он и правда, ни сном, ни духом. Не верю. Все ведет к нему. Почерк инженеров. Добыл? Вот собираюсь их на экспертизу отдать. Времени нет. Если до того инженера, который слил ему чертежи, дойдет, что Бузилова арестовали, он за границу рванет и привет. Покажи. А ты сама по этим буковкам почерк опознаешь? Ну, задачка-то несложная. Стоп. Буква Е. Ставь на прослушку. Понятно. Все, мужики, дальше пешком. Переодеваемся. Здравствуйте. 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 Скажите, тут парнишка ваш местный не пробегал, Артем Ладышев. Тема? Я видела. Он как раз из школы шел домой. А что? Там вообще-то стреляли. Где стреляли? Когда? Недавно. Да, там, наверху. Надеваем снаряжение и вперед. А с Тёмой-то что? Ничего страшного, мама потеряла. Мама потеряла. Надо да же. Что же это такое? Сейчас вытащу. Вы его сначала застрелите. Ну чего стрелять? Застрелить это каждый дурак. Слышал, оттуда были крики.
А я что, по-твоему, глухой, сынок? Наверняка ты слышал отраженный звук. Оттуда шел звук. Доктор, вот вы что слышали? А я вообще ничего не должен слышать. А если должен, то только фонендоскоп. Время теряем, ребята, давайте быстрее. Вот именно. Туда шуруем. Отраженный звук, ну капец. Поворчи еще, Фамиль. Сумку не забудь. Я с детства по лесам хожу, он мне будет про звуки. Нет, мужики, все-таки оттуда крик был. Точно? А это не отраженный крик был? Ох, парень, сейчас твой крик отразится, если хамить не перестанешь. Да хорош, вам уже там, может, пацана медведь жрет. Ну, прогресс в лечении у вас наблюдается. Кислород на ночь я вам отменю. Ингаляции пока продолжайте. Спасибо, Марьяна Ивановна. А я уж боялся, что вы так и не заговорите со мной. Нам сюда. Зачем? Хочу вас с пациентом одним познакомить. Раз уж вам все равно, в палате не сидится. Вот, знакомьтесь, это Илмаз. Здравствуйте. Мерхаба. Он даже по-английски не говорит, только по-турецки. Спасибо. А, так вот. Да, одно слово. Я не могу понять, что с ним. Он поступил к нам с сердечным приступом. Мы его сняли, но он ничего не ест теперь, соответственно, он слабеет. ЖКТ проверяли, все в порядке. Загадочно. Так чем же я-то могу помочь? Я думаю, что у него депрессия. То есть он на этом фоне специально отказывается от еды, что умереть хочет. А антидепрессанты давали? Нет пока. Я подумала, прежде чем делать все это. Может быть, вы разберетесь? Как же я, если он только спасибо? Спасибо. Это то есть вы мне такое задание даете? Как я вам могу задание давать? Я вас о помощи прошу. Соня, подожди, подожди, подожди. Ну, не руби ты так сгоряча. Отпустят папу твоего, поймут, что он невиновен. Конечно, отпустят. Куда они денутся? А с меня хватит. Сколько я тут наслушалась про него. Да подожди, мы же не знали, что он твой отец. И фамилии у вас, но они же разные. Мама его вообще ко мне не пускала, пока жива была. А теперь у меня только отец остался, и плевала я, что вы там про него думаете. Да ничего мы про него не думали. Подожди, подожди, не надо. Вы зачем приехали? Я здесь работаю. Вижу, как вы работаете. Вы все портите. У нас был такой отряд, а потом вы. А теперь вот и отец. Что он вам сделал? Мне пока ничего. Просто соврал о том, что хранилось у него на складе. И ты соврала. Я не врала, я не знала. Ты зачем осколок у Гиреева из сумки стащила? Вы говорили про папу. Я поняла это против него. Вы сами сказали, что осколок быть уликой не может. Я папе его принесла, чтобы он честно объяснил, откуда, что за баллоны. А он вообще не знал. Ну, отлично. Никто ничего не знал. Ты зачем в кабину грузовика полезла после пожара? Кого он должен был задавить? Да я никак... Что ж такое? Я потеряла одну вещь. Думала, она в кабине. Потом у лестницы нашла. Какую вещь? Вот эту. Это что такое? Ничего, талисман. Просто он мне дорог. А вам хоть что-нибудь на свете дорого, кроме ваших улик? Папу отпустите!
Вот он! Да, не прет сегодня парню! О, медведя нет, уже хорошо! Это точно! Артем! Помогите! Спокойно, спокойно, Артем! Не дергайся! Сейчас вытащим! Да не меня! Его! Медведя, что ли? Помогите! Там егерь! Прохор, его помоги помянуть меня. Парню! Не дергайся! Сейчас вытащим! Его несет сейчас! А может, его лучше сети потянуть? Вытянуть будете, а я его голову придерживать. Ты давай к себе цепляй. На руки его бери и тащи. Сети он придумал. Он тебе три желания не исполнит. Учись учить, Фомин, а то привык только девчонок в море хватать. Там тебе и сеть не нужна была. В следующий раз на девчонок с пистолетом пойду или с ружьем. Довольно неплохая идея. Теперь давай вытаскивай аккуратненько. Уже иду, парень, иду. Так вместе улетим. И что, как же я? Спокойно, спокойно, парень. Сейчас я тебя попытаюсь заарканить. Тёмка! Зайчик мой! Ты как? Мама, уйди! Там же медведь! Артём, не шевелись, сорвёшься! Тише, 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 парень! Нет никакого медведя. Тут нет медведя. Он ушел. Тёмка, держись, я иду. Стоп, мамаша! Не надо никуда идти. Стойте там! Тихо, давай, тихо, тихо. Давай, давай. Опа, все. Тихо, а? Тихо. Опа. Сонь, чё ж ты сразу не сказала про нее? Мне кажется, что талисман совсем не стыдно иметь в нашей профессии. Это из-за нее тогда пожар был. Меня спасатель вынес и подарил. Сказал, если она меня не убила, теперь хранить будет. Да ладно, ты ее так с собой носишь. Я ж так ради шутки ляпнул. А я храню. Я тогда и решила в МЧС пойти. Отец разозлился, сказал, что я должна быть в бизнесе, но... Погоди, так это ты ее, что ли, спас? Знаешь, как я на тебя повлиял, оказывается? Да какая разница уже? Ну что, старик? А, это я старик. Я старик. Чего тебя так накрыло-то, а? Юмик и Стюрм. Как же ты в Сочи-то оказался? Может, ты к девушке приехал, она тебя бортанула? Ну, как ее вот, как Наташа, Маша, Даша, Глаша? Мен бортович крича Юмик. Вот с собаками легче общаться. Они хоть ничего не говорят, зато все понимают. Ну, что? Нос холодный. Дыхание ровное, спокойное. Лежит, молчит. За мячиком не бегает. Ждет хозяина. Хозяйку. Пен Бурдо, ключи. Да. Попал ты, братец. Как же тебя мама-то не научила, что все беды от русских баб? Чего ты улыбаешься-то?
Что-то знакомое услышал, а? Ну, что, себе от русских баб? Русских баб. Кебаб, 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 кебаб. Ха! Так тебе чего, наша еда не нравится? Там это, каша, борщ, а? О. Так, ладно, ладно. Артем, слушай меня. Я сейчас попытаюсь эту петлю на тебя набросить. А ты постарайся на локоточках подтянуться. Сначала одну руку, потом другую. Веревочку поддень. Я подмышками тебя затянул. Ты понял меня? Ага, попробую. Оп. Сможешь? Нет. Ой, сломается. Да не кричите вы, мамаша, ему и так страшно. Все, а вы можете как-нибудь, ну, так сверху вытащить? Не дрейф, пацан. Сейчас я по-другому попробую. Подстрахую тебя и подползу. Держись! Каску надень, молодой! А это зачем? Что, нельзя просто за веревку вытащить, он ухватится покрепче? Руки у него затекли, на подмышках висит. Может, не удержаться, выскользнуть, когда тащить будем. И шлепнуться. Да. Вы хотите носилки растянуть под ним, чтобы спрыгнул, да? Тоже, конечно, рискованно. Но, думаю, удержим, если ты не слабак. Ну, он-то хоть брыкаться не будет, как ваша дочь. Тебя еще раз макнуть? Я сам макнусь. Слушайте, зачем носилки? Они же маленькие. Вот, а сеть большая, прочная. Мысль хорошая. Тащи. Ага. Ну как он? Позвоночник вроде бы целый. Скорее всего, закрыта черепно-мозговая. В больницу надо срочно. Мы сейчас пацана снимем и всех унесем. Что там с пацаном? Давайте помогу, чтобы по-скоренькому. Ну, а его можно одного оставить? Никуда он не убежит. Звонка от любовника ждешь? Ничего его ждать-то. Вот он топает за спиной. Как слон. Да, шифровальщик из меня не очень. Тренируйся. Между прочим, у меня скоро смена заканчивается. Да, ничего. Намек на культурный отдых? Было бы неплохо. Ну, давай. Метнемся куда-нибудь. В казино. Куда? Ну, раз у меня сегодня такая везуха, надо использовать по полной. Ты балда. То есть вот прям настолько не любит, чтобы голодать? Ну, наверное, его мама в детстве избаловала. Вы скажите, что меня на кухню пустили. Я ему лохмаджун сделаю. Лохмаджун? Ну да, а кебаб тут я не приготовлю, гриля нет. Но здесь и перца нет, и петрушки нет, какой тут лохмаджун? Это нормально, я с своим ребятам на работе часто готовлю. В смысле? Клиентом? Ну да, клиент. Интересно у вас психотерапия. Но ваши клиенты, они, может, ничего не смыслят в турецкой кухне, а этот парень разбирается. Ладно, я сама все куплю и сама приготовлю. Вас на кухню все равно никто не пустит. Так, мужики, я наверх полез. Кость, ты внизу страхуешь. Димыч, на ту сторону, только не спеши. Да какой не спеши, он сейчас шибанет. Если ты шибанешься, ему от этого легче не станет. А то у вас настроение поднимется. Это точно. Разбежались. Стоять. Вперед. Тём, ну ты как? Нормально, мам. Держусь. Мама, он Жорика. Я знаю, малыш. Ты не думай сейчас об этом. Жалко, я его не застрелил. Не волнуйтесь, мы сейчас надежную страховочку организуем. Что там у тебя? Течение сильное. В
берега не видно! Так, значит, не получится, ты его не удержишь. Удержу! Ноги пошире поставлю! Артем! Давай! Стой, Артем! Держись, не прыгай! Не дергайся! Фомин! Еще раз командуешь, второй фонарь под глаз повешу! Мамаша, а вас как зовут? Людмила. Очень приятно. Люся, нам помощь ваша понадобится. Спускайтесь быстро к воде. Хорошо. Прохоров, подтягивай сеть к себе. Привязывай веревку к дереву. Фомин, натягивай сеть. Перебрасывай веревку на тот берег. Люди, и два шага назад. Понял меня? Как поймаете веревку? Один конец привяжите вот к тому дереву, а второй вязать не надо. Просто в руках держать будете. Ясно? Отлично. Да. Дима, грузило какое-нибудь нужно привязать, чтобы перебросить на тот берег. Вот, молодчина, Люся! Это я не тебе, Фомин. Готово! Товарищ майор, вы только не падайте сюда, если мост проломите. А то сеть не выдержит вас. Я на сеть не буду падать. Я тебе на голову упаду. Все равно она бестолковая. Держись, держись, Тём. Я уже близко. Треснет. Давай руку. Отлично. Есть контакт. Мама, беги! Держи. Тёмка, держи! Держись за сетку. Держись за сетку. Хватайся за меня. Руки не работают. Извините. Ну еще бы руки затекли. Секундочку еще. Давай. Ноги. Тёма, ты цел? Люда, все в порядке. Товарищ майор, вы там как? Отлично. Я тут посплю, ты к обеду меня разбуди, пожалуйста. Вообще-то летучих мышей будет к ужину. Так, все, вот давай, второй. Тихо. А я пошел за третьим. Тихо. Все нормально, товарищ ничего майор, не болит. А я иду вас поднимать. Просыпайтесь, товарищ майор. Не спеши, провалишься, аккуратно. Ага. Ноги целы? Так, не больно? А ну эту? Не больно? Как он? Мамаша, сейчас проверим, осмотрим, согреем. Потом я все доложу. Ну-ка, посмотри на меня. Мама, уходи оттуда! Там медведь! Беги сюда! А правда, где медведь? Куда он подевался? О! А медведь-то отдыхает! Всем тихо! У нас тихий час! Не шумите, граждане! Люда! Ничего себе! Это вы его прям так четко в лоб успокоили! Да это я так, между тел! Ого, мама! Ты крутая. Это ему за Жорика. Отцепи ногу, Фомин. Так. Давай. Отцепил. Ловить. Товарищ майор, поехали. Вот молодежь, это сила. Тягловая. Спасибо. На здоровье. Лопай давай. Аромат какой. Вы еще кулинар отличный. Марьяна, вы... Замечательный доктор.
неравнодушный. Вот кто бы еще стал так своих пациентов кормить? Да мне это в радость было, если честно. Я у плиты, наверное, лет 100 не стояла. Для себя, для одной, мне зачем готовить? Арина, вы простите меня. Вы меня лечите, а я вам столько гадостей наговорил. Зачем? Да вы правду тогда сказали. Я только после ваших слов поняла. У меня действительно нет никакой жизни, кроме этой больницы. Марин, ну, жизнь – дело такое. Захотите – будет. Не знаю, Владимир Александрович, какой вы там кулинар, но психолог отличный. Я вот выпишусь и приготовлю для вас что-нибудь. Ох, парень, ну, может, хватит? Оставь мне хоть кусочек. Спасибо. Классно здесь, конечно. Столько времени в Сочи, а ни разу в нормальный ресторан не ходили. Я смотрю, москвич-то в себе время от времени просыпается. Да, все реже и реже. Слушай, давай возьмем отпуск, а? К маме съездим, я ее повидаю. Я уверен, что ты ей понравишься. У вас такие серьезные намерения, да, молодой человек? Ну, конечно. Я надеюсь, такие же, как у вас. Ну что, как там наш друг? Ты про Будилова или про инженера? Про второго. Нормально, слушай. Был звонок час назад, ему назначили встречу. Кто? Номер не отследили. Зараза. Хорошо, где? Встреча где? Пляж Роза Хутор через час. Пляж Роза Хутор. Че ты дергаешься? Он не сбежит. Там наша наружка. Да что она может-то, ваша наружка? Слушай, они же не бойцы. Макс, серьезно, ты совсем не догоняешь? Они позвали его, чтобы убрать. Саш. Да, я понял. Роза Хутор. Нет, Саш, я тебя... Даже не думай, одну не отпущу. Мамаша, докладываю. С вашим сыном все в порядке. Небольшая царапина, так что не переживайте. Так все-таки где ж ты так? Это, наверное, когда я падал. Понятно. Ну, я думаю, что мы с такой героической травмой других врачей беспокоить не будем, правильно? Спасибо вам! Спасибо! Вы его, пожалуйста, до деревни доведите, а я за машиной сбегаю и за ним приеду. Тём, дождись меня там, я скоро буду! Мам, ты беги, а то вдруг медведь проснется. Ты не переживай, он не проснется. В него столько снотворного вкололи, что он еще неделю спать будет. Так, давайте вы в деревню, дождитесь там мамашу, а я с ним в больницу поеду. Ага. Курс, прими, я поговорю. Пошли. Да, слушаю. Майор МЧС Петров. А, департамент охраны природы. Давненько мы вас не слышали. Ну, что надо? Медведь-то? Медведя мы нашли. Нашли. А с какой целью интересуетесь? Да ладно. Приехали уже. Прямо к лесу приехали. Ну, молодцы. В следующий раз мы вас будем на отлов черепах вызывать. Все, сейчас увидимся. Ну что, герой, пошли. Этот Беликов слил чертежи на страну. За деньги? Ну, может, и по любви. В любом случае, если здесь будут люди-китайцы, они могут нас с тобой узнать. Почему сразу люди? Может, сам китаец? Или ему не по чину инженеров валить? Ну, я просто думаю, что ради такого он рисковать собой не станет. А еще надеюсь, что китаец уже у нас. Будилов, ты уверена? Почти. А вон он, кстати. Кто, китаец? Да, Беликов. А. Фомин, ты, конечно, балбес, но спасатель из тебя выйдет. А если меня командиры в море бросать не будут?
Затаил обиду, да? Ты просто еще мелкий, Фомин, и ничего не понимаешь. А вот подрастешь когда, родится у тебя дочь. А может, у меня сын родится? Откуда вы знаете? Да что ж ты споришь-то постоянно со старшими по званию? Я тебе сказал, что у тебя дочь родится, значит, дочь родится. Вот я и посмотрю, когда какой-нибудь сопляк будет ее хватать. А этого сопляка кулаками дубасить не буду. Есть какие-то цивилизованные способы. Согласен, конечно, есть цивилизованные способы. Только я тебя не спрашивал, чего ты не будешь делать. Я тебя спрашиваю, что ты будешь делать. Вот поставь себя на мое место. Что бы ты сделал? Ну, убил бы сразу. Да здравствуют цивилизованные методы! Ладно, Дим, если серьезно, ты уж не обижайся на меня, прости. Я малость перегнул палку. Это точно. Вы тоже меня извините. Если бы мне понравилась ваша Маша, я бы вот так приставать не стал. Честно. Ну ладно, хорошо. Хорошо, что тебе моя дочь не нравится. Запомни это. Все, проехали. Без обид. Ладно. А можете вот здесь остановить? Мне до дома ближе отсюда. Только я не говорю, что мне Маша не нравится. Ах ты! Убью! Только бы он на лавку не сел. Почему? Ты что, кино вообще не смотришь? Во всех фильмах так. Если чувак сидит на лавочке, к нему подойдешь, он обязательно будет мертвым. Ага. Но он тут еще живой, смотри. Да, еле живой от пиваса. Живее всех живых, поверь мне. Наружка? Слушай, а ведь он может вообще не появиться здесь. Выстрелит его из окна гостиницы, например. Или из машины какой-нибудь. Благо, их здесь немного. Успокойтесь, я вас от пули спас. Не высовывайтесь. Здрасте. Ну, вы тоже заодно с ними? Да это не важно, Беликов. Важно, с кем вы заодно. И вы нам это расскажете, иначе мы не сможем вас защитить. А? Вы как? Тьфу-тьфу-тьфу. Слушайте, я уже устал. Почему? Вы полдня проспали. Кормит вас хорошо. Здесь тихо. Проблем никаких, дел никаких. Красота, как на курорте. Я устал доказывать, что я не совершал никакого преступления. Но это потому, что у вас маловато доказательств. Зато у меня много складов. И я не обязан знать обо всем, что на них лежит. Директор сообщил, что ничего опасного. Все. Вы, кстати, его допросили? Виктора Погодина? Ну? Нет. Мы его еще пока не отыскали. Вот как? Интересно. Ну да, нам тоже. Вы хотели домой позвонить? Держите. Вы хороший следователь, да? Спасибо. Валер, ты все еще хочешь уехать? Я не против. Ты всегда не против. Не против ребенка, не против отъезда. Ты сам-то чего хочешь, Валер? Я хочу, чтобы у нас все было хорошо. Как раньше, когда я думал, что тебе со мной хорошо. А мне с тобой хорошо. Тогда чего ты хочешь? Ну, правда, Варя, почему ты заговорила об отъезде? Я был прав, у тебя здесь кто-то есть? Он из МЧС? Да. Ежов. Ты же в полковнике не рвешься. Я решила с генералом закрутить. Нет, я думал, что может кто-то из наших ребят.
Почему это? Потому что раньше ты постоянно бывала на базе. Потом как отрезала. Ну да. Я же не устаю на работе. Логично предположить, что у тебя на базе мой липом. Ладно, проехали. Ты хочешь уехать? Не хочу. Ну и отлично. Пап, прости. Это все из-за меня. Если бы я тут не работала, они бы к тебе не прицепились. Ну, здрасте, выдумала. Ты здесь при чем? И Алла моя туда же себя винит. Нет-нет, Алла правда ни при чем. А ты правильно мне тогда сказал. Это я дура. Зря сюда пошла. Соня, не раскисай. Ты правильным делом пошла заниматься, а я... А у меня все будет хорошо, не переживай. Не реви, сказал. Все, поцелую. Сонь, послушай. Пока посидите здесь. Вот. Узнали? Это он купил у вас чертежи? Нет, не он. А так? Ну вы смеетесь, что ли? Все время мне одного и того же показываете. Точно не он. Он сейчас за этой дверью. Мы можем вам мощную ставку устроить. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ну, тут был такой, такой среднего роста, такой, шея такая. Такой? Он. Виктор Погодин. Сань, что-то холодает от дождика. Ну-ка, подай жарку. А я говорил, надо было на пляж идти. Там сейчас солнышко. Ух, черт, я упарился. А ты даешь, именинник. Ты же самый молодой. Ты должен быть... Ого-го. Сейчас сядем, чайку выпьем, тортик слопаем, и я снова буду ого-го. А у Мишани, как всегда, одни мысли о тортике. Галочка пекла, старалась. Да мы видели, шикарный торт. Сейчас выйдем, сядем, сидим. Давай к нам. Я пойду лучше на водопад прогуляюсь. Ага, к водопадам. Сейчас придем, а он в одного торт весь умял. Ага, это он может. Какая красота! Ха-ха-ха-ха!
Ты на подводной тренировке. Мои тренировки окончены. Ну ты серьезно, что ли? Стажер, ко мне, ко мне, ко мне. Сидеть. Молодец. Соня, ну давай ты подумаешь хорошенько. Не надо решать вот так вот сгоряча. Ты хороший спасатель и стажер тоже. К нему он все привыкли. Да, стажер? Вить, по-твоему, я просто психанула, да? Нет, ну представь, ты приходишь работать весь такой, я буду спасать людей. А тут следят за тобой, обвиняют черти в чем. Слушай, ну это ж просто ошибка какая-то. Потом сажают твоего отца как террориста. Но его еще не посадили. Вот ты бы что чувствовал? Соня, ну я не знаю. Ты хороший, Вить. Не грусти. Ну, значит, не судьба мне тут. И хорошо, что это я поняла так быстро. Слушай, глянь, а наш именинник-то Кремень. Я думал, тут уже полторта нет. Миха, мы тобой гордимся. А ты вообще где есть-то? Давай, иди бахнем чайку за твое здоровье. Он, наверное, в машине дрыхнет. Сань, смотри! Так долго-то. Хватит кудахтать. Две минуты всего. Чанемарианская впадина. Не потеряется. О! Так, я помогу. Так отставить. Сама. Да напарник же всегда на борту принимает. Принимает. А в этот раз вдруг не примет. Мало ли чего. Молодец. Хорошо. Так. Чего я сюда пришел, только извелся? А потому что в спасательной операции при работе с аквалангами участвуют трое спасателей. Таковы правила. Так ты все равно помогать не даешь. А ты не помогаешь, только куда же? Когда же? Все, я пошел. Давай. Ну все,
зачет, зачет. А то мужик сейчас оживет, кормить придется. Наиды, вы на катере, прием. Да? А что такое? Мужик из бани в Мзымту выпал и пропал. Координаты скинул. Все, идем. Пойдешь? Тебе переодеваться не надо. Ну, конечно, пойду. Мы же грека вернем тогда. Времени нет. Да не, ну сам он вряд ли бы выбрался. Там человечек не меньше 200 кг. Ага. Ну, конечно, если объявится, я вам наберу. Да. Это кто, МЧСники? Да. Они с коптера сейчас всю речку пройдут, потом в море будут искать. А если он не над, а под водой? Ну тебя нафиг, Колян! Не, ну а чё? Бедный Миха даже торт не попробовал. Я болельщиков в тебя на тренировку не звал. Я думал, ты уже выступаешь. У меня к тебе разговор есть секретный. Еще один секретный агент. Ну давай. Ну ты слышал уже, что Соня из отряда хочет уходить? Ну и чё? Наша профессия не для всех. Кто-то это сразу понимает, кто-то вон тупит еще долго. Слушай, я, может быть, и тупой, но, слава богу, не из твоего отряда. А Соня из твоего. И она умная. Поговори с ней, чтобы не уходила, а? Нам в отряд надежные люди нужны. А не истерички, типа, пришла, ушла. И вообще, с какой стати я с ней должен разговаривать? Она тебя послушает. С чего это вдруг? Вот. А что смешного-то? Да ты смешной клоун. Ой, господи, что в этой дочери олигарха в голове, никак не догоню. Она бы еще на шею это надела, как брюлик. Значит, не будешь с ней разговаривать, да? Почему я-то с ней должен разговаривать? Объясни. Ты в нее втюрился, ты и расклебывай. Давай, вон у нее приданное, говорят, очень хорошее. Витя! Не. Мне там кучу медикаментов привезли. Поможешь разложить? Угу. Иди, иди, помоги. Ну всю реку я прошла, его там нет. Ну, походи еще по морю. Хорошо, в какую сторону начинать? Додумайся. Ты же у нас сыщик. Ну, допустим, течение выходит туда. О, какая ты наблюдательная. Короче, если его поднесло вдоль берега, его бы обязательно кто-нибудь бы обнаружил. Угу, да только тут нет никого. Спасибо. То я один буду с этими коробками возиться до посинения. Давай тогда, ты подавай, я буду раскладывать. Накиньте, Ермолаевич. Извините, доктор. Можно Кеша и на ты. Скажите, а вот вы, ну то есть ты, ты меня от Игоря увел, чтобы я ему морду не набил, правильно? То, кому набил бы морду, Витя, большой вопрос. Спасибо вам, доктор. Касацкий – злобная скотина. Да-да. И он рад любому поводу, чтобы тебя унизить, а ты вот так вот легко подставляешься. Ну, хочешь ты его наказать? Ну, накажи. Только Пуму. Ну, Пуму – это как? Ну, найди у него слабое место. Хотя, что там искать? Самолюбие раздуто, как больной аппендикс. Я же ведь это самолюбие мне не отрежу, правильно? Правильно. Ты можешь неплохо на этом сыграть. У меня, кстати, для тебя есть прикольное видео. Вам кажется, я плачу? Я не плачу. Я вправе плакать. Что там? Я бду она хвора. Вроде голова. Ай, находись. Где голова-то?
Ларе. Не знаю. Так отбадали. Показалось. Ух ты, кровь. Да я тут как этот. Игорь! Эй, народ! Кто со мной? Составьте компанию. Нужно бабушке дверь открыть. Что неотложно нужно мне? Терпение. Вот в чем беда. Терпение нужно мне. Если у тебя нужда, терпеть не надо. Семечкин, а может, у тебя просто крыша поехала? Да нет, нужда у меня духовная. Думаю, может быть, мне в актеры податься? Во как! Идиот. Бабушке плохо? Ага. Я поеду. Поехали. Ага, спасибо. Что это вообще было? Король Лир, похоже. Нашла. Вон там, под причалом. Письма. Слышишь? Маза. Что? Азиза Утаин. Жужжит. Уана Кунтла. А я говорил, что они не отстанут. Что такое? В чем дело? Так. Ты его утопила? Да как я могла его топить? Я не знаю, может, там заряд кончился. Да он был заряжен на полную катушку. Ладно, человеческая жизнь дороже. Все, погоним. Недалеко вроде, полкилометра. Свое корыто. Я буду стрелять. Я не понял, в чем дело. Мы спасатели. Служба 911. Что там лепечешь? Ребят. Бандиты чертовы. Не могу. Назад. Ты понимаешь, что он говорит? Нет, я не знаю арабского, а мне кажется, английского. Ребят, мы не знаем, кто вы такие, но мы спасатели. Там человек погибает. Уступите дорогу. Я не буду повторять. Убирайтесь. Сергей, мне кажется, нам лучше отойти. С чего бы? Ну, потому что у них есть оружие. Считаю до трех. Раз. Хорошо. Уходим. Ты тут один? Ну почему? Витя здесь. Только Гиреев с Юлей на вызове. Ну ничего. Может, и ты на вызов поедешь, а я с тобой. Ага, сейчас. Сын. Далеко собрался? С пацанами на рыбалку собрались. Я удочки хотел взять. А, 11 лет. А врать так и не научился. Иди сюда, рыбак. Чего прячешь-то? С
сыночка родненький. Забодай тебя корова. Ты хоть знаешь, что это? Да, знаю. Осторожно. Положил на травку. Осторожно. И отошел. Быстро! За забор схилял. Чес? Кто это вообще был? Не знаю. Террористы? Это же по твоей части. Вряд ли. Террористам свидетели не нужны, они нас сразу убили. Это похоже на чью-то охрану. Интересно, кто такую охрану нанял? Ну, если вооруженные люди так спокойно патрулируют наше море, то, наверное, начальству об этом известно. Ежову не хотите позвонить? Время теряем. Добрый день. Здравствуйте, Владимир Александрович. Ой, здрасте. А вы идите пока водичку набирайте, я вам таблетки как раз принесу. Так, кто у нас сегодня на выписку? Из моих никого. Вот Быков завтра. Так, а турка твоего не пора? Нет, пока. Марьяна, что это? Что? Вот это. Это... я не знаю, я же не раздаю никому. Ты с поста крадешь антидепрессанты. Валь, ты что, ты с ума сошла, что ли? А по-моему, как раз ты. Марьяна Ивановна, как вам не стыдно? Меня же уволить могли. Владимир Александрович, а вот вы расскажите, как вы телефон здесь с камерой оставили, а она вас нарочно выгнала и камеру бланком прикрыла. Да каким-то бланком-то? И таблетки из шкафа стащили. Да зачем они мне, ну? Пиши по собственному. Что? Нет, не шейх. Министр иностранных дел. Понимаете, на него уже было несколько покушений в других странах. Поэтому он решил покинуть страну по морю. С тихого безлюдного берега. Ну скажите ему, что мы покушаться не собираемся. Мы спасаем человека, он там погибает, товарищ генерал. Сергей Саидович. Я понимаю. И я приму все меры. Но пойми и ты. Что это требует? Согласования. И у нас, и в Москве. На это уйдет полчаса, может даже больше. Поэтому я тебя прошу, пока не принято решение, не суйся никуда, ладно? Да он на наших глазах утонет. У вас есть там вообще люди наверху или нет? У вас всех, черт твою матери. Может, своим позвонишь? Могу позвонить, но через моих еще дольше. Явно же это не на местном уровне решается. Что делать будем? Идем к берегу, там решим. Так, саперов я вызвал. Ты эту дрянь даже не думай трогать. Просто жди спецов. Я понял, Валерий Аркадьевич. Точно понял? Смотри у меня, оболтус, чтобы пальцем не трогал. Да что я гранат не трогал? Очень надо. Езжай. Разберемся. Так, ну ладно, допустим, вы до него доберетесь. Вытаскивать как будете? Он же не водолаз, он всплывет, и вас сразу заметят. Не заметят. Ты будешь отвлекать. Так. Отвлекать? И как я должна их отвлекать? Мне стрелять, что ли, по ним? Не знаю. У тебя должны быть свои заморочки. Или вас только учили из веревки выпутываться.
не только. Спасибо, что кислорода оставило достаточно. Второй баллон возьмем ниже. В спасательных операциях при работе с аквалангами участвуют не меньше двоих спасателей. Это ты мне? Правила такие. Да. Еще ФСБ меня будет учить правилам МЧС. Отвернись, девочка. Там дальше пирс. Если за него забыть, вас уже не заметят. Разберемся. Ага. Гранат продаете? Я бы купил парочку. Парочки нет. А одна вон во дворе лежит. Ни одной хватит. А вы стойте тут. Да она не взорвется, бать. У нее срок годности кончился. Ну, ты понимаешь, срок годности, бать. Даже кефир иногда взрывается. На немецкую похоже. Их толкушками называли. Не беспокойтесь, саперы уже вызваны. Ну какая ты толкушка, Дим? Это ШРГ-14. Вот заноза. А ну иди отсюда. Это кто? Журналистка недоделанная. Я не только журналистка, еще и дочь сапера. А это граната РГ-14. Служила еще в годы гражданской войны. Система нестабильная, еще и проржавело все. Хорошо, что хоть запал не установлен. Где запал? Ты нашел? Я не знаю, какой он. Я не брал. Петрова, я считаю до трех. Это я считаю до трех. Она и без запала очень даже хорошо рвануть может. Вот заноза. Все, уходим, спокойно дышим и ждем саперов. Не надо. Я так понимаю, вы Михаил? Будем знакомы. Сергей, МЧС. Сейчас мы будем с вами выкарабкиваться. Я уже не могу. Я понимаю, понимаю, будет трудно, но надо. А то эти трое нас заметят. А кто они? Придурки. Давайте я помогу вам надеть акваланг. Вот так. Замечательно. Рот. Вот так. Держите. Ну что, поехали. Значит, в той заброшке лежала граната. Ага, лежала. Я сгоняю к Тимке. Сиди спокойно. И граната валялась там одна? Угу. Батька, лапшу же вешаешь. Я ж вижу. Как вы видите? У нее опыт большой. Кали, сколько там было гранат? Вадим Юрьевич. Ну, ящик был. Я одну взял. Остальные я не стал трогать, честное слово говорю. Целый ящик гранат? Кто еще про них знает? Ну, уже там один был. Правда, я Тимке рассказал. Но он обещал никому не говорить. Залезай в машину, покажешь, где это. А ты куда? Вы ж подождете саперов сами, да? Куда же я денусь? Батька, показал и домой. Близко не подходи.
должны себя взять в руки, Михаил. Нам идти под воду. Я стараюсь. Не могу. Тогда нам придется лечь на воду. И нас точно засекут. И стрелять будут? Конечно. Но ничего, не переживайте. Надо подождать, когда они задергаются. Тогда им будет не до нас. Отсюда не достанем. Эндар. Тревога. Каннас. Снайпер на 3 часа от тебя. Махир. Махир. Аракан Аджар. Я не доплыву. Я понимаю, но нужно. Торт за меня съешьте. Галочки передайте. Что вкусно. Я понял, да. Тихо, рот. Вот так. Поехали. Валентина Павловна, извините, я пациент Марьяна. Да, знаю. Психолог из МЧС. Да, но на самом деле кинолог, но это не важно. Вы знаете, я думаю, не виновата Марьяна, не воровала она таблетки. Мне жаль вас огорчать. Она хороший врач. Но, к сожалению, в ящике ее стола нашлись и остальные таблетки. Брала с поста по 2-3 штуки и в спичечном коробке держала. Вам не кажется странным так изощренно воровать, так по-дурацки спалиться? Таблетки держала в столе, а одну зачем-то в карман засунула. Видно, расслабилась, таблетки подействовали. Да что такого изощренного? Камеру вашу листочком прикрыть? Так не в ней-то и дело, в камере. Я думал. Марьяна ведь не знала, что там лежит мой телефон. Чтобы его увидеть, надо было стойку обойти. А тогда бы она попала на камеру. Она не попала? Нет. И тот, кто прикрыл камеру, заранее знал, что она там. А когда вы ставили его, рядом не было Марьяны? Нет. Только мы с Люсей. А сегодня, когда вы с Марьяной разговаривали, она как нарочно прошла мимо с таблетками. Угу. Ага. Так, все, дуй домой. Помнишь, что пап сказал? Давай, беги.
О, привет, пацаны. Все-таки нашли мой клад, да? Спокойно, спокойно. Клад ему нужен, чтобы его нашли. А он точно ваш? Мой. И по такому случаю, пацаны, советую вам очень быстро бежать отсюда как можно дальше и никуда не оглядываться. А то что? А то злой буду очень. Пойдем. Умеешь ты напугать. С тобой почему-то не получается. И ты давай вали отсюда. А то что? А то вот, смотри сюда, дочь сапера. Люсенька, солнышко, ты мне ничего рассказать не хочешь? Да я вам вроде все рассказала уже, Валентин Павловна. Нет, правда, я сама не видела ни разу, как она ворвала. Ну, конечно, не видела. Потому что Марьяна ничего не крала. Как не крала? Ну, вот так. Не додумалась. Просто кто-то подкинул ей таблетки и в ящик, и в карман. Кто? Так вот я и прошу тебя рассказать. Кто? А я не знаю. Не знаешь? Нет. Это ты за тот нагоняй на нее обиделась? Но ведь она права. Ты должна следить, чтобы в палатах не курили. Да она вечно ко мне цепляется просто так. Ясно. Людмила, последний шанс тебе даю. Я даже до трех считать не буду. Или ты сама признаешься, или я звоню в полицию. И тот спичечный коробок с таблетками из ящика Марьяны уедет на экспертизу. Да какую еще экспертизу? Я здесь вообще при чем? Думаю, Люся, ты вряд ли догадалась не брать таблетки голыми руками. Отпечатки пальцев по ним не определить, но... фотожировые обнаружить можно. Какие жировые? Я эти таблетки вон по лоткам раскладываю, естественно, там на них мои отпечатки. Да, но если там не обнаружится других следов, то у тебя, Люся, будут некоторые проблемы. Короче, если признаешься, дам возможность написать по собственному. Ущерб возместишь и катись. Я думала, мы с вами друзья. А с подлецами, девочка, никто дружить не будет. Мой тебе дружеский совет. Сходила бы ты, Люся, к психологу. Я безоружна. Сколько вас тут говорит? Я не понимаю, говорите по-английски. Хватит, пусти. Министерство чрезвычайных ситуаций. А, ты спасатель. Да, там в море человек. Он ранен, умирает. Держись, Мишаня. Эх, нам бы еще 30 метров. Скоты! Что делать нехрен? Не спать, не спать. Черт. Кто вы такие? Оружие есть? Убери ты ствол, козлина. Видишь, мужик умирает. Не двигаться, буду стрелять. Ё-моё. Как он сюда попал? Отнесло течением. Ему надо срочно помочь. Это ловушка, ей верить нельзя. Может, у них еще 10 киллеров по кустам. Тогда бы меня уже убили с такой охраной, как вы. Отпустите ее. Пошли. Туда. Как он? Да никак. А этих зачем притащила? Мало мне тут. Вы понимаете, что пульс почти не прощупывается. Если он умрет, вас всех посадят. У него кровь идет. Надо же его вытащить. Как можно быстрее. Вы поможете? Слушай, давай просто отойдем тихонечко и свалим. Ну, упадет, взорвется, какая разница? Это все равно развалина уже. Что мы можем сделать? На чем они стоят развалины, ты видела? На холме. Склон поедет, дома внизу тоже поползут. Видишь? Ой, да ладно, это один шанс из тысячи. Это у вас в Карелии. А у нас в Сочи шансов больше.
Тут оползни – дело обычное. Так. Ладно. Тебе надо сваливать. А мне саперов ждать и не шевелиться. Точно. Димка, ты молодец. Жди, не шевелись минут 10, ладно? Извини, я к тебе в карман залезу. Ты куда? А у тебя хоть права есть? Ты аптечку взяла? Взяла, конечно, вот. Помогите. Я не понимаю. Help me. Окей. Хорошо. Давайте, поднимайте. Дело. Переворачиваем на бок. Pick him up. Поднимите Pick его him наверх. Up. Поднимите. Вот так. Эх, дубинушка, ухнем. Они ж по-русски не понимают. Да они и по-английски. Ни хрена не понимают. Опа! Потащили! Опа! Хопаньки! Хопаньки! Опа! Опа! Все, достаточно. Два баллона монтажной пены, быстро. Радость моя, куда вот эти два. Прямо срочности не терпит. Дайте мне эти два баллона. Ва, горячая какая, на, держи. Я, деньги? Ай, ладно, подарок. Красиво, не жалко. You're doing it professionally, вы так sir. Профессионально это делаете, сэр, как будто вы доктор. Я и есть доктор. То есть был 20 really? Лет назад. Yes, правда? Really. Да, правда. Сергей, представляете? Он бывший врач. Правда. Хорошо поднялся. Может, мне тоже? Да тут министра. Окей. Help me. Помогите мне. Ага. Машка, она же расширяется. Граната давление сдает и... Привет. Думаешь, я совсем дура, да? Это пена с нулевым коэффициентом расширения. А ты откуда знаешь? Тебе же отец сапер, а не строитель. Все какой строитель? Знаешь, как он меня строит? Ну все. Ждем отстоя пены. Я так вам отомщу, злодейки, ведьмы, что вздрогнет мир. Еще не знаю сам, чем отомщу, но это будет нечто ужаснее всего, что видел свет. Что ты хочешь от меня? Как ты узнал? Что, обидно, Игорь? Неприятно, когда по больному бьют. Ты типа меня так шантажируешь? Или я Соню твою отговариваю, или ты всем рассказываешь? Ну я же не такая сволочь, как ты. Я просто хочу объяснить доходчиво. Хватит людей пинать, как мусор. Иначе тебя пнут. Найдется за что. Кто еще это видел? Да никто это не видел. Ты вообще слышишь, что я тебе говорю? Слышу, Витя. Знаешь, раньше думал, что ты просто дурачок. А ты, оказывается, еще и крыса. И отряд у вас крысиный. Кукла ваша ФСБшная копает под Соню, а ты под меня. А ты теперь ее защищаешь, да? Истеричку богатую. Я ее спас. А вы ей жизнь испортили. Вы, не я. Не надо меня перевоспитывать. А тебя и не перевоспитаешь. Знаешь, зря ты все это затеял. Я ж по больному еще не бил. Я знаю, где у тебя больное. И врежу так, что мало не покажется. Ну, с днем рождения тебя, Миша. Спасибо. Миша, Ваня! Тас! Это что вообще? Не стреляйте. Это его друзья. Я им позвонила. Окей. Ну, спасибо тебе, министр. Миш, мы без тебя торт не ели, Миш. Да съешь ты, чего вы? И галочки позвоните. Ага, и что сказать ей-то?
Что вкусно! 48-ю везем. Передайте галочки. Ну, Миш, ты это, поправляйся. В смысле, выздоравливай. Не болей. Ну что, отдали в перевод? Обижаешь. Уже готов. Заказ на водородный двигатель. Если не спереть, то уничтожить. От кого заказ? Мать, ну ты слишком много хочешь. Ты хочешь, чтобы я тебе еще и китайских заказчиков нашел? Значит, ты считаешь, что тут у нас главный Виктор Погодин? Конечно, 100% китаец он. Мы восстановили удаленные сообщения у него в мессенджере. Ты послушай, он там сам команды раздает, но не получает. В Абхазии нужна машина. Я за день сообщу, куда подогнать. Ну да. Голос тот же, что был у Мусорского еще в Ульяновске. Ну вот. Но не факт, что изначально это голос Виктора. А кроме ноутбука там что, ничего не было? Почему? Было. В тайнике. Это ты сам его так уже разобрал? Не-не-не, это он его недособрал. Угу. Значит, вот этим вот он собирался рвануть водородный движок? Ну, очевидно же. Тогда мне странно, почему он сбежал из своей квартиры, оставив там ноутбук и вот это. Поймаем и спросим. Стажер! Стажер! Ко мне! Ну! Молодец! Кличку, что ли, тебе новую придумать? И сама еще имя смени. Ну, раз совсем новая жизнь. Я подумаю, спасибо. Ничего не забыла? Не пригодилась. Зря ты так. Может, эта штука тебя все это время берегла? Обиделась, да? Вроде кажется, что все вокруг такие хорошие, такие прям друзья-друзья. А потом эти самые друзья тебе бах и нож в спину, да? Тебе в смысле... тебе? И мне тоже. И это нормально, у всех свои слабости, даже у меня. Хочешь посмотреть, каким я раньше был? Пойдем. Пойдем. Юля, ты дома? Угу. Опа! Ты чего? А чего я? Ну, лежи чего. А что, нельзя? Что я? Печку не топила, я понимала. Ты не заболела? Нет. Нет, все нормально. Я просто что-то набегалась. Я хочу немножко устала, короче. Давай я тебе сделаю массаж уставших ног. Нет, ну не надо, пожалуйста. Или шеи. У-у. Может быть, спины, а может быть, массаж. Саша, ну говорю же, устала. Ну просто дай отдохнуть, пожалуйста. Извини. Я говорил, отпуск надо было брать. Ну, мы что, не в отпуске он, на курорте. Да ты тут на двух работах пашешь. Опять у себя в конторе была? Значит, была. Если ты не дорвешься, я тебе сейчас чего-нибудь поесть приготовлю. Ой, Саш, не надо мне ничего готовить. Ты сам поешь, а я немножечко буду тут отдыхать. Черт. Так. Так. Вам кажется, я плачу? Я не плачу. Я вправе плакать. Но на 100 частей порвется сердце, прежде чем... посмею я плакать. Шут мой. Я скажу с ума. Достаточно. Спасибо. Не надо, Самойлова. Следующий. Ты переживаешь до сих пор? В этом же нет ничего стыдного. Я знал, что ты единственная, кто ржать надо мной не будет. Но читал я паршиво.
Скажи, какая-то сволочь, которую ты в интернет слила. Но если у тебя мечта стать актером, ты бы мог еще попробовать. Нет. Я стал спасателем и не жалею об этом. Это лучшая профессия для меня. И для тебя. Меня не обманешь. Кого угодно, но не меня. Chào tất cả các bạn, là mình đây. Các bạn ơi, mình và các bạn sẽ cùng nhau tô một bức tranh về chú sóc này nhé.
bạn ơi, như vậy là mình đã tô màu xong bức tranh này rồi đấy. Các bạn nhớ nhấn like và ấn đăng ký kênh để cùng mình tô màu những bức tranh tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.